Иду зачищать периметр. Буду на связи. Удачи, лейтенант. Она им понадобится. Отлично, Гоуст. Справа! Противник укрылся! Тебя потеряли. Сержант, твоя задача устранить объект. Вперед!
Так, я тут кое-что накопала. Имя объекта Нестор Густев. Скажи его родным, что к ужину он не вернется. Я у здания охраны. Вижу тебя. Входи и проверь. Здесь чисто. Ищи. Объект внутри. Принято. Дверь бункера открывается. Принято. Ясно. Иди за объектом. Внутри тебе понадобится его электронный ключ. Принято. Теперь надо заняться объектом. Ты раскрыт. Использовать терминал без электронного ключа не выйдет. Браво, 7-1. Для доступа к терминалу нужно устранить объект и забрать флешку. Отбой тревоги. У тебя чисто. Ты возле него. Понятно. 7-1. Тебе нужен ключ объекта, иначе нет доступа к терминалу. Они ищут тебя. Ликвидируй объект, Джонни. Всегда, пожалуйста. Если объект поблизости, займись им. Сейчас. Джонни, объект. Подходи и вали его. С радостью. Цель поражена. Отлично, 7-1. Подходи и бери ключ. Электронный ключ у меня. Бункер открыт, флешка у тебя. Терминал ждет, Солт. Вперед. Выхожу. Принято, вижу тебя. Внимание всем! Я в бункере. Принято. Иди к терминалу, Солт. Так, терминал загружается. Отлично, Солт. Вижу список счетов, банков, номера переводов. Для начала неплохо, но все закрыто биометрией. Разведка засекла звонки из особняка. Похоже, Милена там. Нужно ее лицо, глаза, отпечатки. Ясно. Солт, собираемся у особняка. Берем Милену живой. Ребята, Конни будет защищать Милену до конца. До конца, значит? Значит, покончим с ними. Я возле этих домиков. Как их там, хранитель? 7-1. По-моему, это бунгало. Что, Джонни, не любишь пляжный отдых? Лучше. Лыжи или сноуборд? Сноуборд. Джонни, сноуборд для дикарей. А ты, Ласвелл? Снегоход с мотором. Вот и все. Соуп, ищи все, что может пригодиться.
Иду наружу. Принято. На подходе легкий внедорожник. Принято, лейтенант. Романова! Сидит в кабинете, третий этаж, за запертой бронедверью. Как ее открыть? Гоуст, если ты обесточишь охранную систему, я открою дверь дистанционно. Принято. Заодно и...
Даже если мы возьмем Романова, они не остановятся. Сдохнут, остановятся. Верно, Соуп, ты знаешь, что делать. А то, хранитель, это моя специальность. Гоуст, что там с электричеством? Вот и предохранители. Продолжай, Джонни. Лейтенант, что у тебя? Почти готов. Держись. Нахрен. Осторожней, 7-1. Там подъехали грузовики.
Соуп, тебя заметили. Поднята тревога. Кому-то звонит. Я подключился к ее линии. Сейчас послушаю. Жди. Кто влез в терминал? Зайди в больше нет денег. Внимание, Милена испугалась. Она любит свои деньги. Хорошо. Мы этим воспользуемся. Семья! Крак! У нас есть потери! Вхожу в особняк. Принято. Внимание, я тебя не вижу. Понял. Где Романова? Сидит в кабинете, третий этаж, за запертой бронедверью. Как ее открыть? Гоуст, если ты обесточишь охранную систему, я открою дверь дистанционно. Принято. Даже если мы возьмем Романову, кони не остановятся. Сдохнут, остановятся. Верно, Соуп, ты знаешь, что делать. А то, хранитель, это моя специальность. Гоуст, что там с электричеством? Вот и предохранители. Продолжай, Джонни. Лейтенант, что у тебя? Почти. Противник перемещается!
Внимание всем! Система обесточена! Открывай дверь Милены, Ласвелл. Ага, момент. Дверь открыта, ребята. Входите. Это спецназ! Руки вверх! Сядь! Пошел ты! Присядь, Милена. Где твой босс? У меня нет боссов. И никто мне не указ. Как там дела? Пока молчит. Скоро заговорит. Руку дай. Что, ты ее отрежешь? Не мой стиль. Его. Зачем маска? Чтоб скрыть лицо. Ничто в моей отчетности не приведет вас к Владимиру. Посмотрим. Несколько счетов Кони, спрятанных на самом виду. Недавние переводы в тюрьму Зардая. Ту самую. Деньги на побег Макарова. Богатство открывает двери. А давай-ка мы слегка облегчим счет Макарова. Есть. Дай знать, если сработает. И 85 миллионов переведены на спецсчет ЦРУ. Работа Владимира уже куплена и оплачена. Плохо работаете. Как и ты. Твоя охрана мертва, счета открыты нараспашку. Вы у Макарова будущее крадете. Ты слышал? Ну да. Нужно что-то более личное. Нам надо уходить. Поторопись, или мы возьмем ее с собой. Национальный банк Швейцарии. А вот это ведь твой личный счет, да? Деньги-то не тронуты. Потрогаем. Ты за кого, сука, себя принимаешь? Ребята, похоже, мы нашли болевую точку. Списывай. Нет, не смей, сука! Что-то не так, мисс Романова? Я не знаю планов Макарова. Я занимаюсь только финансами. Ну, давай пальчики. Или говори, где искать Макарова. Нет, не смей! Со своей командующей сучкой. Это мои деньги. Я боролась за них и заработала. Еще чуть-чуть, и мы ее дожмем. Колись, или он за тебя возьмется. Он узнает о вас. Без этих денег я, считай, труп. Мне нужны деньги. А нам нужен Макаров. Где он? Восток! Перевод на Восток Капитал в Санкт-Петербурге. Владимир покупал недвижимость, заброшенные дома. Не знаю, зачем они ему. Это все, что я знаю. Вижу. Это все, что нам нужно. Приятно с тобой работать. Спасибо за беседу. Вы будете молить о пощаде! Он вас не пощадит! Увидимся в аду! Даже тень можно сломать. Сломать можно кого угодно. Если не тени добрались до Милены, то кто? Прайс и вся его королевская рать. Не без помощи тени. Это просто взаимовыгодные отношения, уверяю тебя. Нам надо немедленно проработать информацию, полученную от пленного. Поручите это мне. Нет, ты мне нужен здесь. Разделяй и властвуй. Раз они нашли Милену, найдут и нас. А вы думаете, им что-то еще известно? Считай, что известно, и обезвредь их. Если они придут, то мы их встретим. Я хочу, чтобы все знали, что мы ни перед кем не остановимся. Мужчины они, женщины или дети. Ясно? Предельно ясно. Если разведданные нашего друга из теней подтвердятся, ты первый об этом узнаешь. А если нет? Убей сучару! Мы ее раскололи. Как? Допрос с финансовой стимуляцией. Шепард не обманул. С паршивой овцы. И что возьмем в работу? Одна из ее компаний однодневок купила заброшенную многоэтажку в Санкт-Петербурге для ЧВК Конни. Когда? Недавно. Вероятно, база Конни. Скорее всего, капитан. Я нашла здание.
На спутниковых снимках виден аэростат на крыше. Причина только одна. Нужна быстрая эвакуация для чего-то. Или кого-то. Это лабиринт. Газ пойдет снизу вверх. На мне огневая поддержка сверху. План отхода? Вертушка не вариант. Если найдете что-то интересное, выцепим вас самолетом. Аэростат. Фу там. Если Макаров там, не упустите. Шестой хранителю, дрон в воздухе, должна быть картинка. Есть картинка. Вижу группу Конни на крыше северного здания. Макарова среди них нет. Кто это там у нас такой важный? Похоже, он за главного. Сейчас пробьем, вдруг опознаем. Понял. Газ, ты на месте? Так, посмотрим, кто и что тут у нас. Не уходите с пустыми руками. Хранитель, отбой. Так точно. Готов. Шустрей, Газ. Скажи, как будешь у шахты лифта? Есть. Выхожу. Я у шахты лифта. Тут лестница. Понял. Лезь по ней. Браво. Есть данные об объекте. Имя Андрей Нолан. Старый друг Макарова. Крупная шишка в Конни. Хотелось бы с ним побеседовать. Чё я первый? И мне оставь. Нолан теперь твоя цель. Бери его и тащи сюда. Есть. Газ, мы берем Нолана, а ты прорывайся на крышу. Принято. Как вывозить будем? Живым. Я обеспечу отход и встречу тебя наверху. Второй, вижу движение на твоем этаже. Мы уже очистили этот зал. Здесь никого нет. Газ, будь ты
начеку, тебя ищут повсюду. Тебя ищут, Газ. Смотри в оба. Газ, у тебя цели на лестнице. Атак! Противник! Союзник убит! Союзник убит! Ты потревожил гнездо, они идут за тобой. Ты на полпути, Газ! Сколько же тут этих коней? Лестница перекрыта! Я могу, чем смогу! Ты справишься! Всем отрядам. Противник находится на шестом этаже. Поднимайся на седьмой этаж. Продолжаем. Нолан поднял тревогу. Они о тебе знают. Прорываюсь на восьмой. Еще немного, не дадим ему уйти. Поднимаюсь на девятый этаж. Ты у цели, Газ.
еще брать этого русского? Иду на 11 этаж. Понял. На 9 этаже. Ты уцели, Газ? На 9 этаже. Ясно. Цели справа. Иду на 11 этаж. Принято. Восьмой этаж. Еще немного, не дадим ему...
Шустрей, Газ, скажи, как будешь у шахты лифта. Есть, выхожу. Кэп, я у шахты лифта. Тут лестница. Понял, лезь по ней. Браво, есть данные об объекте. Имя Андрей Нолан, старый друг Макарова. Крупная шишка в Конни. Хотелось бы с ним побеседовать. Чё, я первый? И мне оставь. Нолан теперь твоя цель. Бери его и тащи сюда. Принято. Как вывозить будем? 6-2. Внимание, у тебя гости. Очистили этот зал. Здесь никого нет. Повтори. Противники спускаются по лестнице. Газ, будь начеку, тебя ищут. Союзник убит! Союзник убит! Прикрываю! Цель обнаружена! Поднимаюсь на 6-й этаж. И на полпути, Газ. Поджарил. Их тут до хрена, Кэп. Огонь и маневр, Гэрик. Тебя этому учили. Сержант, они знают, где ты. Готовься к контакту. Нашел ночник. Наверняка там еще что-то валяется. У Конни много бабок. Выхожу из здания! Поднимаюсь на 7-й этаж. Внимание! Всем отрядам! Противник находится на 6-м этаже. Найди и уничтожить! Нолан поднял тревогу. Они о тебе знают. Не спать, Газ. Кони вышли на охоту.
Прорываюсь на восьмой. Еще немного, не дадим ему уйти. Цель перемещена. Поднимаюсь на девятый этаж. Ты у цели, Газ? На 11 этаж. Принято. Сзади! Мочите его! Меня зацепило! Гарик, контакты слева.
нашел короткий путь. Газ, один над тобой. Красиво, Гэг. Ясно. Цель справа. Газ, высматривай клеймеры. Готовься к сопротивлению. Сержант, кони тебе. Что стреляешь? Принято. Иду к тебе, газ. Вали все, что движется. Но Нолана берем живым. Есть. Вижу Нолана. Внимание, Кэп. Цель тяжело бронирована. Есть. Стреляй по конечностям. Не убивай, ублюдка. Какой облюдок? Вижу Андрея Нолана, заместителя Макарова. Он ранен. Вот и он. Стреляй. Я не сдамся. Так все говорят. Пошел ты нахуй. Пошли вы все нахуй, блядь. Я смотрю, язык у него шевелится. Заткни его.
крыши летят вертолеты противника. Браво, хранитель. Объект у нас. Идем на эвакуацию. Принято. Янки на подходе. 2 мили. Готовьте пултом. Есть. Надеюсь, нам хватит патронов до подхода Ника. Они хотят вернуть Гоши. Они его не получат. Цепляй Нолана к тросу и помоги мне зачистить район. Теперь больше молчит. Воюет со всем миром? Еще бы. Он слепо верит Макарову. А тот нуждается в нем. Звонит без передышки. Почуял что-то. Радиоперехват? Так точно. Нолан молчит, но в рации и в его телефоне куча данных. Что мы знаем? Они доставляют кого-то или что-то в заброшенную советскую тюрьму. Где? В Сибири. Когда? Завтра. Доберемся до Макарова. Не факт, что он там будет. А я бы рискнул. Так и знал. Ник обеспечит транспорт. В этот раз мне нужны все, включая Фару. Она один из лучших снайперов. Заберешь по пути. Я скажу. Взять все 4 сухие шмотки. Мы промокнем. Как и Макаров. Хранитель 7-му. Дайте отчет. 0-7 на позиции Скилла. Браво уже в воде. Принято. Кто и откуда? Колонна из 4 машин с юго-востока. Макарова не видно? Пока что нет, но 3-й транспорт под охраной. Гост, всем браво, как слышно.
Вот они. Взрываем. Внимание всем. Цель поражена. Принято. За работу. Берите его живым. Выхожу. Соуп, газ на фланге. Проверить все машины. Транспорт в воде. Быстрее, Кэп.